На сегодняшний день Азербайджан является одним из самых популярных туристических направлений в мире. В настоящее время воздушная граница открыта с 82 странами. Несмотря на ограничения, связанные с пандемией коронавируса, только за 2021 год республику посетили около 1 000 000 иностранных туристов. Город контрастов, где древность гармонично сочетается с современностью, без сомнений приобрел популярность среди путешественников. Я из Пакистана, приехал посетить невероятно красивую столицу Азербайджана – Баку. Уже успел подняться на Девичью башню, увидеть величественный Flame Towers. Мне все очень понравилось, здесь невероятная архитектура. Сегодня уже мой второй день пребывания в Баку, мне все очень нравится. Это безопасная и комфортная страна для путешествий. Обязательно вернусь сюда еще. Большая часть городов Азербайджана имеет богатое историческое прошлое. Неизменным лидером по количеству достопримечательностей остается Баку, старая часть которого является местом расположения сотен исторических памятников, дворцов и мечетей. Самая загадочная достопримечательность азербайджанской столицы, окутанная легендами и тайнами, Девичья башня. Сооружение не случайно называют визитной карточкой Баку. Расположенная в центре города башня, обрамленная улочками старого города, излюбленное место туристов со всего мира. Азербайджан пользуется большой популярностью и у путешественников из России. В последнее время их интерес серьезно вырос. Стороны намерены увеличить количество перевозчиков и восстановить все виды сообщения между государствами. Наибольший туристический поток ожидается в следующем месяце, на майские праздники, когда в России много нерабочих дней. Туроператоры отмечают, что уже наблюдается повышенный спрос на билеты. Мы ждем большого потока туристов с таких рынков, как Россия, Казахстан, Узбекистан начинает набирать свои обороты. Данному населению очень интересен тур, конечно, по Баку. И в основном они берут комбинированные туры в лечебные курорты, такие как Нафталан, курорты в зоне Галалты и в Линкаране. Что касается выездного туризма, то на сегодняшний день азербайджанцы могут посещать без визы 63 страны мира. Директор туристической компании Фахри Мамедли отмечает, что в последнее время наибольшим спросом у граждан Азербайджана пользуются два направления – Турция и Дубай. Лидия Молодцова, Джавид Гадиров, CBC.